Короче, затеяли мы сегодня целый день. Сегодня варим вот этот каркас. Каркас. Потому что у нас здесь мы хотим виноград. Виноград. Растет, и мы вот этот каркас здесь делаем. И будем там пускать его. Вот это я все хочу перебрать. Это просто провизорище так и делала примерно. И вот наконец-то время нашли. Хотя много у нас и до сих пор работы стоит. И этот сделали. И теперь я могу перебирать все поперек, делать эти виноград. Пускать уже куда надо. Короче, здесь такой бардак. Елку мы отпилили. Там елка у нас была. Пушок мой. Она мне мешала всегда. Вот. Я ее отпилила. Короче, здесь такой бардачок. Все. Все убирать надо. Ё-моё. Стоит самый главный карказик. Все. С Болгарии привезли мне этот виноград. И здесь он пойдет. Вот уже видите. Вон. Пойдет и потом наверх. Все, такие вот дела. Так вот, решила я и начала распутывать весь виноград. Я его начала уже отрезать и буду пускать на ту крышу. Сейчас я натяну такие проволоку, взяла, купила, натягивать буду. Не знаю, поможет, нет, посмотрим. Это все уберется, я это все подкину, и будет как беседка. Потом мы хотим вот сюда два камня убрать, вот эти. И сюда я еще хочу один виноград посадить, пересадить. У меня в другом месте растет, чтобы один сюда шел. Тот я хочу наверх, а там один растет у меня с другой стороны. Чтобы, короче, было... беседка такая. Так, здесь вот один растет. Вот сюда пускать туда, короче. Это все мне распутать надо. Весь виноград, который уже зарос. Это дикий виноград. Он на нем очень много висит. Но он пропадает. Он не растет. Он только вот так дает. И все, я не знаю почему. Слушай, дикий, наверное. Вот такое все, и больше ничего нету. Ну, это вообще-то от косточки просто, видать, ели виноград. И он уже растет от косточки. Вырос сам. Уже лет, не знаю, лет 12, наверное, 15, кайна, ну. И вот растет, растет, растет. Тень. Да тени просто. Мы оставили, что тень дает там. Ну вот, сейчас буду продолжать. Ну вот, что у меня получилось. Да-да, я туда все поплела, заплела. Пустила весь виноград, сразу так высоко стало. Так получилось. Сейчас чуть это, потом я туда ее нагну. А то еще не так привыкли. Все, уже, наверное, 7 часов, я даже не знаю, нам еще домой надо. Все полила. Так вот выглядит виноградик. Который виноградик. Хоть и не дает плоды, но зато тень дает. Еще мне надо делать. Здесь натянуть полку, еще там. Да, я сейчас уже сделаю, потому что сегодня суббота. Надо было, чтобы мне ветер, если будет, не сломались ветки. Потом еще доделывать. Ну, как-то так.